Отличное место. Такое живописное, романтичное. Прямо создано для романтических свиданий. Я вот думаю, что продать-то? Может, пальто? Марк говорил, что война до зимы кончится. Я думала, что тебя люблю, но когда его встретила, оказалось, что я тебя не люблю. Что? Не знаю, наверное, так бывает. Просто я его сначала полюбила, а потом увидела. Я правда думаю, что в жизни все так легко, что любовь так прекрасна, и что я все поняла. Скажи, а на мать тебе тоже наплевать? Ты же ее под удар ставишь. Как? Тем, что я не хочу отказываться. Своего папы. Тише, тише, мать, тише. Этим ее я ставлю под удар, да? Тем, что я не считаю его врагом. Этим я всех ставлю под удар, да? Ай, тише. Хорошо. А вы что, вместе, да? Да, но я нет.